Так, Идочка показывает. Ты в конце выжила вообще? Блин, так здорово, что ты довезешь его до Москвы. Я прослежу. Ида, тебе, конечно, смешно, но нам есть нечего. Что мы будем есть, Ида? Ну, я вот пришла с гусем, может, его? Давай, хотя бы гуся. Да. Гуся! 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 Ребятки, ну, как вы поняли, я прилетел в Кривой Рог, и знаете, с кем я встретился? Знаете? Ну, привет! Это мой бро! Что, узнаете, мы в Universal! Да! Мартин! Так, у нас Universal. А кто первый раз в Universal, загадывает желание. А теперь традиционное фото! И нас ждут приключения в Universal! Уху! Прям рождественское утро, смотрите. Красота! Очень красиво. Небо. Это выглядит очень аппетитно. Королевская ватрушка просто беспроигрышна. Приветики всем. Мы сейчас едем к родственникам отпраздновать Рождество, подарить подарки. В общем, праздник продолжается. А вы там как, живы? Это я должна вам показать. На пляже собака чувствует себя потрясающе. И я бы сказала, что я бы с ней хотела поменяться местами. Удивительный пес. Ни на что не реагирует. И очень дружелюбный. Вот так выгляжу я, пока без коляски. Так, мы на месте. Нам очень тяжело путешествовать такой толпой. И каждое даже крошечное перемещение – это просто пытки. Но мы не могли сюда не долететь, потому что быть в Мексике и не попасть на пирамиды – это вообще свинство. Да, мама? Просто свинство. В Каире и не побывать на пирамидах. Да, это то же самое, что быть в Каире и не побывать на египетских пирамидах. Поэтому мы взяли себя в руки и все-таки сделали. Так, ну что, я на ужин. Смотрите, как красиво снег падает. Так. Что? Шикарное место. В шикарные места хочется возвращаться. Второй вечер я в этом месте. Но гео не старт, потому что я знаю, что через час здесь будет. Раскапываешь ямку, берешь стеклышко от бутылки, чтобы оно было какого цвета? Зеленого. Карточку мою старую взяла. Это у тебя деньги? У нас листочки. У нас листочки. У меня тоже листочки. Че у тебя? Не обманывай. Офигенная настольная игра называлась «Белая ворона». Волосы из колгот. Одеваешь колготы вот так на голову. И вот так у тебя одна коса, вот тут вторая коса. Я никогда не надевала. Ты чего? Даже в ТикТоке это снимают. Да ладно. Конечно. Потом можно косичку заплести и вообще ходить.